Здравствуйте, дорогие друзья! Городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина предлагает вашему вниманию обзор детских книг-путеводителей «Мир для детей». Отпуск с детьми может стать интереснее, если постараться сделать ребенка активным участником путешествия. Предоставьте ему возможность самому выбрать интересные объекты и покажите, что осмотр достопримечательностей может стать увлекательным квестом, а не монотонной обязательной процедурой. Издательство «Эксмо» выпустило целую серию книг для юных читателей. Детские путеводители всегда на каникулах. Путеводители для детей – это особенный и очень интересный жанр познавательной литературы. Основная цель таких книг – не просто показать ребенку город или страну, а научить его главному – живому интересу ко всему, что происходит вокруг. Именно это является главным залогом удачного путешествия с детьми. В этих изданиях детям рассказывается о городах и странах в игровой форме. Каждый путеводитель – это не только важные факты и интересные игры, но и сказка, которая затягивает и помогает запомнить информацию. Путеводители написаны доступным языком, содержат много картинок и обязательно понравятся любознательным малышам. Главное правило путешественника – к любой поездке надо хорошо подготовиться, рассмотреть карты, изучить природные особенности и климат. Эти чудесные детские книги-путеводители помогут начинающим путешественникам узнать о самых интересных уголках России и мира и, конечно, продумать маршруты для будущих поездок. Наталья Андрианова, «Байкал. Чудо России. Путешествие по самому глубокому озеру мира». С этой книгой вы убедитесь, что Байкал – настоящее чудо России. Ведь здесь прекрасна не только природа, но и люди с удивительными традициями, историей и культурой. Маленькие читатели познакомятся с любопытной девочкой Шурой и очаровательной нерпой Норой и отправятся в увлекательные путешествия по бескрайним просторам Сибири, чтобы лучше узнать, чем же так необычен и богат Байкал. Вы посетите города, раскинувшиеся на берегах жемчужины России, среди которых Иркутск, Улан-Удэ, Баргузин. Отправитесь на знаменитые острова Ольхон и Огой, проплывете по бухте Ая и полюбуетесь на гору Жима. Вы сможете увидеть самые необычные и впечатляющие достопримечательности: столбы Сырге, ступы просветления, Иволгинский датсан и многие другие. Познакомитесь с удивительными людьми, их историей и культурой, а также решите множество головоломок, ребусов и заданий. Наталья Андрианова, «Большое путешествие по России с героями сказок». Перед вами самый необычный путеводитель по России для детей. Вместе с ребенком вы отправитесь в путешествие по нашей необъятной родине вместе с героями самых любимых сказок. Баба-Яга, курочка Ряба, Буратино, Кощей Бессмертный, Золотая Рыбка и даже знаменитые русские богатыри будут вашими проводниками и покажут все самое интересное от столицы до Дальнего Востока. И даже покажут, где они живут. Ориентироваться поможет красочная карта. Вы исследуете Золотое кольцо,
Узнаете, где находится это девятое царство, какая гора является прототипом той самой Медной горы из сказа Бажова, побываете на родине Чебурашки и Лешего и навестите вотчину Деда Мороза в Великом Устюге. В путеводителе вы найдете разнообразные задания и головоломки, с которыми узнавать о своей стране станет еще веселее. Отправляйтесь в увлекательное путешествие по России вместе с героями сказок. Наталья Андрианова «Мир для детей». С этим путеводителем вы отправитесь в увлекательное путешествие по континентам, морям и океанам, странам и городам в самых разных уголках нашей планеты. Вместе с девочкой Шурой и дракончиком Джерхом вы узнаете, кто открыл Америку, где находится самое высокое колесо обозрения, что таят в себе пирамиды ацтеков и майя, как называется самая длинная на планете река и высочайшая гора, кто носит пончи, чем кисальдилья отличается от тортильи и многое другое. Вы посетите музей НЛО и город ведьм, запретный город и огненную землю. А еще побываете в гостях у кенгуру и племени маори, в деревне хоббитов, в стране шейхов и даже на Южном полюсе. Книга «Мир для детей» ответит на максимум вопросов детей об обычаях народов других стран, о климатических особенностях континентов, необычных животных. Хорошо ориентироваться в путешествиях вам помогут красочные карты. Увлекательные задания, удивительные факты, головоломки, комиксы и яркие иллюстрации – все это поможет вашему ребенку узнать мир, в котором он живет. Наталья Андрианова «Москва для детей». Детский путеводитель по Москве приглашает вас на увлекательную прогулку по Кремлю, Арбату, Поклонной горе, Москва-Сити и другим интересным местам нашей столицы. Кроме архитектурных достопримечательностей, вы найдете в путеводителе маршруты по паркам и необычным локациям. А еще увлекательную историю города. Вашему ребенку точно понравятся интерактивные задания, кроссворды, игры и головоломки. Они помогут ему с новой стороны взглянуть на Москву, познакомиться с ней ближе. Кроме традиционных маршрутов, здесь есть прогулки на любой вкус. Москва литературная, мистическая, театральная, художественная. Москва будущего. Книгу можно взять с собой на прогулку и провести собственную экскурсию для друзей и родственников. Открывайте свою Москву. Специальные детские карты и четкие обозначения помогут сориентироваться и приехать в нужное место. А интерактивные задания помогут закрепить полученную информацию. Наталья Андрианова «Россия для детей». С этим путеводителем вы убедитесь в том, что у России богатая история, невероятная природа, удивительная архитектура и уникальные народные промыслы. Это прекрасный дополнительный материал для уроков окружающего мира и географии. Книга красочная и интересная. Вместе с девочкой Шурой и котом Муркизом вы отправитесь в увлекательное путешествие по нашей необъятной родине, от ее столицы Москвы и до самого большого острова Сахалин на Дальнем Востоке. За это время вы узнаете, чем славятся города Золотого кольца. Где в России находятся пряничный рай и танцующий лес, почему Урал – это драгоценная шкатулка России, а Алтай –
самое заповедное место и что скрывается за загадочными названиями Карелия, Камчатка и Чукотка. Вы посетите самую высокую в России гору Эльбрус, самое холодное место и самое глубокое на планете озеро Байкал. Хорошо ориентироваться в нашей большой стране вам поможет красочная карта, которая есть в книге. Кроме того, в путеводителе вы найдете разнообразные задания и головоломки. С ними узнавать нашу страну станет еще веселее. Наталья Андрианова. Самые главные реки России и города на них. Увлекательное путешествие от Волги до Амура. О каких реках вы сразу подумали, как только прочитали название книги? Наверняка о Волге, Амуре, Москве-реке, Неве. А ведь есть еще Кама, Обь, Урал, Ангара и множество других. Волшебная золотая рыбка Злата знает их все и проведет вас вместе с героиней, девочкой Шурой, самыми интересными маршрутами, рассказав об истории, природе, обычаях и народных промыслах каждого места, куда вы заглянете. Информации в путеводителе много. Чтобы факты не перепутались, а запомнились, на каждую речку есть отдельное досье. Откуда берет начало, сколько составляет ее длина, куда впадает. Вас ждут разнообразные задания и головоломки, которые сделают путешествие по рекам России еще увлекательнее. Елена Первушина, Петербург для детей. Насладитесь уникальными прогулками по Санкт-Петербургу. Красочное издание расскажет доступным языком о самых главных местах города на Неве. Вы сможете посетить Летний дворец, прогуляться по Невскому проспекту, насладиться красотами Царского села и Петергофа, а также узнать множество невероятных исторических фактов о Петербурге. Путеводители, маленькие читатели найдут и занимательные головоломки. Анастасия Строкина. «Атлас загадочных мест России». Книга-путеводитель по необычным и таинственным местам России. Для самых смелых и отчаянных. Тех, кто обожает секреты и загадки. Маленькая девочка Варе из северного народа, что живет на берегу реки Ильма-Юк, получает наследство от дедушки загадочный блокнот с чистыми листами и таинственным посвящением, а еще старую карту. Сначала она была не рада такому подарку, ведь ее сестры получили более ценные дары. Но в один дождливый вечер Варе изучает карту и вдруг понимает, что дедушка подарил ей самое ценное, что только мог. Мечту, путешествие и жизнь, полную приключений. Маленькая Варе и ее олень отправляются по самым таинственным местам России. Вместе с ними вы узнаете, какие тайны хранят самые большие и древние топи на планете – Васюганские болота. Что за призрак бродит по самому красивому дому Екатеринбурга? Какой клад спрятан где-то в подземелье между Большим и Малым театрами в Москве? Откуда взялось изображение великана на скалах у Сейт-озера? Кто создал китовую аллею из костей гренландских китов на острове Итыгран на Чукотке? Отважная Варе не побоится спуститься в подземелье средневековой башни в Пскове, чтобы проверить, действительно ли там спрятана заколдованная княжна. Затем Варе отправится на озеро Лабанкыр, в котором
живет родственник лохнесского чудовища. И в Переславль-Залесский, чтобы своими глазами увидеть легендарный ледниковый валун Синь-Камень, который может перемещаться самостоятельно. Эти и многие другие необычные места ждут вас. Приготовьтесь к загадочному и волшебному путешествию по России. Вас ждут тайны, приключения, новые знания и открытия.